Добрый день! Вы со мной на канале с Ольгой на 6 сотках. Сегодня я буду белить скелетные ветки и штамбы деревьев. Прежде чем начать побелку, я осмотрела все кроны деревьев на предмет механических повреждений, наличия заболеваний. Затем кроны были опрысканы хорусом, который используется для борьбы с кокомикозом, с манилиозом, с паршой. Вот передо мной дерево черешни. Побелка у меня готова. Это вододисперсионная краска для деревьев на акриловой основе. Она довольно-таки прочная. Побелку осенью надо производить обязательно. Она защищает кору деревьев от морозобоин в конце зимы, когда днем темная кора нагревается, а ночью остывает. И вот этот перепад вызывает трещины. Затем в эти трещины попадает инфекция и начинаются заболевания коры. Удачи вам и до встречи на канале!